Хайлерте, с добрым утром, уважаемые телезрители! Вас приветствует Янаульская студия телевидения. Сегодня пятница, 20 мая. Послушайте, пожалуйста, новости. Во многих хозяйствах района земледельцы успешно справились с севом ранних культур. И тружники полей приступили к севу таких поздних культур, как кукуруза, гречиха, подсолнечник, картофель. Наши съемки произведены с полей колхоза «Победа», где в эти дни сеяли кукурузу. Вы видите, уважаемые телезрители, механизатора колхоза Нурдинова Фланю, который несколько лет подряд занимается севом и обработкой кукурузы. Кайбер Шаринович, в чем преимущество этой культуры? Ну, кукуруза у нас ежегодно, можно сказать, вырастает, дает хороший урожай. Но в этом году мы планируем сеять эту культуру на площади 235 гектаров. В прошлом году получили от этой культуры более 335 центнеров урожая. Ну, в основном сеем кукурузу по зерновой технологии, ну, наравне с ранними зерновыми культурами. Ну, выдерживаем в основном все агротехнические требования для этой культуры. И получается, наконец, ну, желаемый результат. Ну, в конце концов, ну, ежегодно колхоз уже вот за последние 5 лет дает стабильные показатели по животноводству. В основном причина, я думаю, вот этой культуры. Сеем, конечно, по зерновой технологии, но кормовое достоинство этой культуры уже, если посеянное по зерновой технологии, дает более высокие, ну, кормовые единицы, можно сказать, сотного гектара. Ну, ежегодно вот этой культурой, над выращиванием этой культуры занимается звеневой Нуртинов Ланя. Он работает на выращивании пропашных культур уже более 27 лет, а на выращивании кукурузы вот более, ну, около 7 лет уже трудится. Ну, конечно, все требования агротехники выполняются. Вот на сегодня у нас эта культура уже посеяна на площади 150 гектаров. Ну, думаем завершить посев этой культуры, ну, за 4 рабочих дня уже. Вот уже, конечно, у нас полевые работы в основном все завершились. И прикатывание тоже завершили. И даже появились уже всходы кормовых корнеплодов. И начинаем уже уход за пропашными культурами. Завтра приступаем на посадку картофеля. Агрегаты полностью готовы. Сегодня, завтра уже поля будут разбиты на гребни. И полностью приступим и к этой культуре. Вот через неделю, можно сказать, все полевые работы у нас в колхозе будут завершены. Петр Шаринович, сколько в прошлом году центнеров гектара вы получили кукурузы? Ну, в прошлом году мы получили 335 центнеров с одного гектара. Позапрошлом году урожайность дошла до 400 центнеров. А сколько планируете нынче? Нынче тоже планируем не меньше прошлогоднего урожая. Уже все требуемое количество минеральных удобрений на эту планируемую урожайность у нас внесены. И погода тоже работает на нас. Дожди. Ну, и обещаю теплую погоду. И урожай, конечно, будет. Главный агроном колхоза Челгубаев Кайбер Шаринович, конечно, знает возможности и механизаторов колхоза, и урожайность полей. Вот такую кукурузу вырастили в 93-м году труженики полей колхоза «Победа», которым руководит Мазгут Кашапович Кашапов. Скажите, пожалуйста, нам, на каких сейчас объектах трудятся бригады
ПМК Треста Башкирск Агропром Мехмонтаж. Наши ПМК Треста Башкирск Агропром Мехмонтаж обслуживает 4 района. Татышлинский, Калтазинский, Краснокамский и Янаульский район. В данный момент работаем мы в основном в бюджетных организациях, так как в колхозах, совхозах нет денежных средств, с нами рассчитывается, и поэтому не очень-то приглашают на бюджетные организации, как и школы, детсады и другие объекты. Мы, значит, берем и работаем, и оплачивается по возможности тоже так же. В данный момент работаем и на участке, значит, участок работает в Кармангрессе, Нефтяников и больницы центральной нашей Янаульской. Также колхоза «Родина» закончили частичные работы по возможности. И, ну, конечно, мы не отказываемся и в колхозах, которые рассчитываются с нами своевременно. Ну, не только мы денежными средствами рассчитываемся, и рассчитываемся продовольствием, ну, остальными материальными средствами. Ну, в данный момент в основном мы готовимся к симпозиуму, который летом у нас проходит в больнице. Поэтому, как сказать, самый важный объект считаемся, и люди работают с 1 января. Меняем систему отопления, водопровода, канализации, и мы думаем успеть все эти работы закончить к симпозиуму. А данный момент, значит, находясь на базе, начали заниматься благоустройством базы, и расширением, ну, частично косметическим ремонтом. Пока, конечно, наглядной такой базы нету, но наши стараются работать и сдавать объекты своевременно. Вот сдали почти готовые сдачи в Татышлинском районе, общественный центр, торговый центр, который, значит, трехэтажный. Там полностью сделали отопление, водопровод. Осталась пусковая сдача. Ну, пусковая сдача у нас выходит там, значит, системы санфаянсы, которые после очереди устанавливаются, и испытания. Вот на днях проведем испытания эти, установим санфаянсы и, наверное, сдадим этот объект. Еще там готовится школа на 264 мест в колхозе Крупская Татышинского района. Там тоже договор заключили, и они предварительно оплачивают, производят оплату. На этом предоплату мы приобретаем материалы, которые необходимы для монтажа этого объекта, данного объекта. Также вот готовимся, где-то мы в июне месяце монтаж библиотеки центральной нашей. Они обещали нам предварительную оплату произвести. Ну, также объектов много, конечно, в Яновском районе и в городе Янауле. В третьей школе мы собираемся провести наружную теплосеть. Также 10-й садик провести капитальный ремонт. Ну, объектов перечислить много, можно, конечно. Но, тем не менее, нужны бюджетные средства, чтобы нам оплатили своевременно, и материал провести. Ну, в основном у нас материал есть, трубы и вентиля, запорная арматура, но связывающие, которые, значит, нет чугунной батареи, которые мы приобретаем за дорогие цены. И поэтому уж мы заказчиков просим своевременно предоплаты для приобретения. И вот готовимся тоже на днях колхоза «Большевик», на который, значит, школа строится. И на этот объект, наверное, выйдем через неделю и будем монтировать хотя бы подачу обратки, отопление и водопровод. А в дальнейшем передачей установим остальные санфаянсы и пусковые, значит, испытания провести. Также готовится «Авангарде» колхозы клуб, который заключили договор, и при готовности объекта мы выйдем на этот объект. Также готовится школа, колхоз «Победа». Скоро, значит, они возведут, наверное, второй этаж, закроются, и мы можем выйти на этот объект, также продолжать работу. Ну, сейчас экономическая система, конечно, очень сложна. Тем не менее, мы не собираемся пока приостановить нашу работу.
Если мы сейчас сегодня же остановим машины все работы, то наша база, наоборот, я думаю, экономически ослабнет. Нужно всеми средствами выйти, найти работы и средства искать. И не ждать откуда-то, чтобы помогли, там дали нам денежные средства, выделяли. Но самим стараемся полностью обходиться с помощью заказчиков и выполнять те объекты, которые нам договор заключен, своевременно сдать. Сейчас мы находимся в центральной районной больнице под руководством бригадира Байгузина, который, значит, был награжден с зимой почетной грамотой Совета министров сельского хозяйства, значит. И они готовятся к симпозиуму. Сейчас, значит, они готовят железную дверь для операционного отдела. И с ним работает молодой слесарь Калимулин Риф. И они вот здесь полностью капремонт произвели, систему отопления, водопровода, канализации и заменили санфаянсы. Это, я считаю, очень огромная работа. Мы работаем здесь 1 января. Можно сказать, уже в прошлом году полгода работали, в этом году уже полгода работаем. И они, конечно, наши заказчики аккуратно с нами рассчитываются. И тут ограждение заканчиваем. И отопление в гаражах везде полностью выполняется вот этой бригадой, которую руководит Байгузин Вениамин, который уже... Мы находимся сейчас в деревне Кисакаин, в одной из самых больших сел района. Местная администрация колхоза Ленин-Юлы включает 4 деревни. Центральную усадьбу колхоза Кисакаин, поселок Прогресс и деревни Янбарыс и Тартар. О том, как здесь решаются социальные вопросы, ведется жилищное строительство, нам рассказал заместитель главы администрации по хозяйственным вопросам Фахридинов Зифиль Загирович. Ауыр елларының ауыр болуына қорамастан әйтерге керек тулы қуатына бара. Біз міне басып тұрған орын Ленин колхозының Йомбарыс ауылы. Бұл ауыл біздің еліктен не перспективный ауылар есебіне кіртілген еді. Мұнда юрт түзу тыйылған еді. Юрт түзу тек Кисақайын ауылына өзек ұсадьбыға құрылған еді. Әмі ләкен әкешілер шушы тыюға қорамайша йортларны салып келділәр. Соңғы елларда енді нақлап сала башыладылар. Міне әлі біз басып тұрған урам тесек тә бұла, соңынан урам ғайленешек. Әлі міне екі йорт түзілген, шылайық үш йортқа фундамент ішіленген. Бұлар барысы да калқызшылар салылар. Калқызда производство биналары да салына, фермалар түзілі, прогресста түзілі бәті, Кисақайында міне башылайшақ біз. Тепло трассы салына, газ керту ішілері 4 ауылда да, 2 ауылда тәмамланды деп әйтерге керек. Міне 3-ші ауыл Йомбарыста, енді өзек магистраль салынып, 11 йортқа яз күні біз газ алған едік. Шушы ішілер дәвам етілі, биыл планнаштырылған енді барлық йортларға да газ кертіп бітіру Йомбарыс ауылында. Шулай Прогресс поселогына газопровод сызылды. Мында урамда ішілер бара. Ғымен алғанда, мына шул ішілерінігіне сонап шыққанда да, қазіргі вақытта әйтіре керек, бұл бізіне қанағатлендірген түзіліш ішілері бара. Бұнда мазур юртлар көрәбіз, оларының хұжалары кімдер? Оларының хұжалары міне бірсі біздің енді басып тұра. Калқызда ол шофер болып ішілей. Язғы шәшуге, аны әтәсі білен бірге бір агрегатқа, тракторға отыртқан едік. Ол Нұрай Ахметов, Әлфрид Шамси Ахметұлы. Сіз колхозда ұзақ ішлейсіз? Қазір 80-ші жылдан башылаған емінде колхозда ішілерге, әріге күнгі қатылы колхозда шофер болып ішлейм. А бұл үйегізіне ұзақ салдығыз? Бұл үйіне 90-да башылаған ем. Қазір 4 жыл енді. Өзіңіздің күшіңіз бірақ болды? Өзіміздің күште колхозда болысты. Колхоз неше керек ярдам еді? Колхоз материал яғынан блоклар білен, помогайды техника білен,
на куплышты техника и салочка. Бесплатный ерге таблайынды, бесплатный еребез енді бізебез. Шылай бұға шызын Навасель білен қытларға таблайынды, сіз көшенген? Пашти бұла, шылай көшенуын көшендік. Семьяғыз білен бәқітлі ешірге әсін сізге бұйды. Зор рахмат. Біз қазір қалғызының өзек ұсатбасы Киса қайын ауылында біз. Біз басып тұрған уран, өзек урам деп атала, Ленин урамы. Бұл урамда, бұл ауылда деп айтыра керегінде. Су, водопровод, енді 60-шы жылдарда кірген еді. Хәр үйге де, барлық жұртларға да газ кіріп бітті, барысы да газ жоғалар. Шылай оқ, ауылының ортасында мәшет салынып ята. Міне сіз қазір түзіліп еткен мәшетінің фундаментін көресіз. Бұл үшіне БНПС трестінің Су-5 участогі ішшелері бошылып жіберген еді. Ләкін, аларының қазір өзілерінің іші артып кетті, көбейіп кетті, шының себепілі алар тоқтарға мәжбірлер. Бұл үшіне екінші түзілішілер шушы күндерді дұвам етешекләр. Фундаментін өз күні 8 март алдынан соқтырдық. Бұл күні ауылының барлық қортлары, әбейлері жиылды. Азан айттілер, хайыр фатиха берділер. Аны фундаментіні қорман кірісі іршілері соқты. Міне шондан башлап, бұл түзіліш дөвам етті. Міне түзіліп етқан теплотрасы янында. Бұл теплотрасыны қорман кірісі түзі. Алаң білен договор бар, алар бізге шу теплотрасыны әм 140 орынға есіпленген балалар бақшасы түзіп берге тиешілер. Былтыр, әйтірек ерек 94-ші еліні бұл үш бек әйбеткені барды. Міне көріп тұрасы, свайлар қағалып әтілді, тұрбалалар сұзыла башланды. Но бұл түрлі ауырлықлар табып, қорман кірісі әлі бұл үшке башламай тұра. Шана біз енді, алар шуша ішіне дөвам етіп, бұл теплотрасыны түзіп бітірілер деп. Мұндан келген жылы бүтін производство объектларына барашақ, фирмаларға керешек, гаражға керешек, һәм башқа орындарға. Шулай оқ, шушы оқ жылы түзіліп атқан тепличный комбинатының йұртларында жылытышақ. Уважаемые телезрители, 21 мая отмечается главный праздник мусульман – Иль-Аль-Адха или Курбан-Байрам. Он начинается ровно через 70 дней после окончания поста и совпадает с ежегодным паломничеством в Мекку. В этот день близ Мекки паломники приносят в жертву животных в память о том, что Ибрагим, Авраам, был готов принести в жертву Аллаху своего сына Исмаила. Жертвоприношения совершают все состоятельные верующие по всему мусульманскому миру. После праздничной молитвы мусульмане приступают к обряду жертвоприношения. Над священной жертвой мулла читает специальную молитву. Обычно 1/3 мяса идет на трапезу, а остальное раздается неимущим. Во время Курбан-Байрама принято посещать могилы предков, наносить визиты друзьям, делать подарки и дарить милостыню. Организуется праздничная трапеза. Уважаемые телезрители, районный дом культуры приглашает на концерт, посвященный этому национальному празднику Курбан-Байрам. Для вас будет организована продажа тюбетеек, религиозной литературы, выставка-продажа кулинарно-кондитерских изделий. Начало в 14 часов. Добро пожаловать! Улутулла хазрат, Курбан-Байрамы татар халқының иң зор бәйрәмнәрнең берсе. Шуша бәйрәм турында бізге зірек сөйләп кетмәсіз мекен? Бисмиллахи рахмани рахим, алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ғала расулихи ва мухаммади ва ғала алихи ва асхабихи аҗмаин, ва ғала ман табиғум ихсана иля йаумиддин. Ғаламнар тәрбиячысы Аллаһа Раббымызға хамды сана, һәр мақта улуларыбыз хақ илчесе һәм шын бәндәсе пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саламга хәйр дуа саламнарыбыз. Үмметім деген көңілдәрібізден тұқтағыз салауат шарифтәріз болсайды. Шулай оқ, оның әхлі бәйтіне әм сахабай керамларына, қиямет күніне қадар аларға бүтін изгілікті ерілге ұмтылғандарға да болсайды.
Саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаху Раббимиздин битмас рахмат баракатлары һәр ике дөньяда саламыда җөмле безгә булып, бу кадерле гайдел асқа яки исә безнең татар телендә әйткәндә Курбан байрамын барчабызга мөбарак кылса иде. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһу тагала әйтәдер, шалган курбаннарыгызның итләре каннарының тамчысы да безләргә ирешми. Дөрестән дә рәхәтләнеп курбан итен үзебез ашыйбыз. Үзебез тукланабыз ул ит белән. Ләкин Аллаһу тагала Коръан-ы Кәримдә әйтә, ул каннарының итләренең тамчысы да Аллаһу тагалага ирешми дигән. Ләкин ни ирешәсең Аллаһу тагалага? Шул сорау туа. Бу күңелләребездәге, йөрәктәге тәкъвалык ирешә. Аллаһка, Аллаһу тагалага тәкъвалык ни өчен соң ул? Тәкъвалык Аллаһу тагаланың кушканын үтәп, тыйганнарыннан тыйылу була торган бер безнең күңелләребездә йөрткән әйбер. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям канын гына түгәргә ди. Һич инсан канын, кеше канын түгү тиеш түгел ди. Алай булганда корбанлык ни ул? Нигә соң корбан чалабыз? Бу Аллаһу тагалага да кирәкмәгәч. Әллә Аллаһу тагалага безнең корбан каны кирәкме? Аллаһу тагалага сыер кирәкме? Аллаһу тагалага сарык кирәкме? Бу берсе дә аларга кирәкми дип әйтеп киттем, чөнки корбан чалуда ислам диненең кешелеклеге беленә. Исламиятның бөеклеге бар. Аллаһына рәхмәте белән аның аминияте бар. Ибраһим алейхи вассалам әле мөминнәрнең беренчесе, пәйгамбәрләребезнең зур бабасы. Ул мөшриклардан да түгел. Ул ата-анасының изгелеген күрә алмыйча үсә, гомере буена тилмереп, үз баласы булмыйча үсә. Оган көннәрендә 80 яшьтән үткәч, Аллаһ Тәгалә аңа бала насип итте. Атабыз Ибраһим әйтте: «Мин Раббыма барам. Аңа гына таянам. Аннан башка тәңре юк. Ул гына мине һидаятка күндерәчәк», диде. Һәм бу бала сораган вакытта ул шулай диде. Һәм баламны Аллаһ Тәгаләгә генә кул итәрмен дип ант итте. Шуның баласына Исмагыйль дигән исем куша. Исмагыйль галейхиссалам 10 яшьләренә җиткәч, әткәсе Ибраһим галейхиссалам Аллаһка: «Баламны багышлармын, сиңа гына багышлармын» дигән вәгъдәсен тәмам онытып җибәрә. Һәм төшләрендә шул төшне 3 тапкыр күрә. Син бу Аллаһ Тәгаләдән әмер була, син балаңны миңа гына вәгъдә иткән идең. Минем өчен генә вәгъдә иткән идең. Дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Әйе, шул вакытта Ибраһим галейхиссалам әмер ала, үзенең багар җимешен суярга кушалар икән дигән. Шул вакытта киенергә куша, җәмәгате улын киендерә, янәсе болар урманга китәләр. Һәм Исмаил галейхиссалам үзенә иблис күренә. Шул вакытта иблис телгә килеп әйтә: «Атаң сине суярга алып бара ич», ди. Исмаил галейхиссалам 3 таш ала да тундыра иблискә. Шул 10 яшьлек бала иблис белән сугыша башлый. Таш ата. Тагын да бераз баргач, иблис тагын килеп: «Ышанмыйсыңмыни? Атаң сине суярга алып бара», ди. Исмаил галейхиссалам тагын таш ата. Өченче кат иблис килеп яңадан шул ук вакытта әйтүен дәвам итә. Тагын Исмагыйль галейхиссалам иблискә таш атуын дәвам итә. Ана шуннан соң хаҗилар гаетнең 3 көне буенча 7-шәр мәртәбә таш аталар. Шайтан белән шайтанга таш ату гына түгел, без шайтаннан котылыр өчен, шайтанның васвасасыннан котылыр өчен ашта атып булса да котылырга тырышыр идек. Шуның өчен дә Ибраһим галейхиссалам Минага барып җиткәч: «Улым, әй улым» димей, бәлки «Әй бәгәр җимешем» дип мөрәҗәгать итә Исмагыйль галейхиссаламга. Шул вакытта үзенең төшендә ни күргәннәрен улына бәян итә. Җәнабил Хак Ибраһимны бу илләреннән, ягъни улын корбан итүдән катгый шигендерә. Шул вакытта ул Исмагыйльне җыгып суярга уйлаганда,
Аллаһа Тәгалә туктатып, аңа бер сарык җибәрә, һәм шул сарыкны корбан итеп чалырга буйыра. Һәм шушы вакыттан башлап, шушы айда, Зөлхиҗҗә айында корбан чалу башланып китә. Шушы гает бәйрәмнәре Аллаһа берсә мәчетләребездә дә үтә. Без басуларга чыгып, курбаннар чалырга ниятлибез. Бу 21 май көнне була. Ушбу Аллаһа тәбарака ва тәгала күңелләребезгә һәм гаиләләребезгә, мәхәллә мәчетләребезгә, авыл һәм шәһәрләребезгә газиз ватаныбыз һәм бөтен галәмгә чын тынычлык бирсен иде. Муллык һәм бәрәкәтләр насыйп әйләсен. Җөмләбезгә хәерле гомер һәм балаларыбызгә Раббул Гызза истиқаматлар, шәкертләребезгә гыйлемнәр биреп, милләтләребезгә хәерле хезмәтләр мияссәр кылып, җөмләбезнең күңелләрен пак иманнарыбыздан сәламәт кылсын, гает шәриф бәйрәмнәребез барчабызга мөбарәк булып, киң ризык, дөньяларыбыз төзек булып, Җәнабул Хак дәктарларын күрергә насыйп әйләсен. Амин я Раббил галәмин. Гайет Алексга җөмләбезгә мөбарәк булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.